прежде чем я расскажу о повышении эффективности получения на строительство, я два слова для того, чтобы было понятно, расскажу про историю. Дело в том, что буквально пару лет назад количество процедур и время в днях прохождения этих процедур для получения решения строительства никто не считал. Этот процесс начался с того момента, когда мы поставили себе задачу подняться в рейтинге Doing Business. И есть даже пример, когда я пришел в собственное подразделение, которое занимается получением разрешения на строительство, и спросил, сколько дней это занимает, меня подняли на смех и сказали, что это измеряется в месяцах. Ситуация выглядит приблизительно следующим образом. Вот, предположим, вот это весь градостроительный процесс. Градостроительный процесс начинается с момента, когда у нас есть сформированный земельный участок, который я обозначу квадратиком, и тот или иной инвестор, который имеет необходимое количество денег для того, чтобы построить объект недвижимости. И в этот момент он запрашивает у государства те ограничения, которые государство накладывает на этот участок, которые говорят о том, что можно построить на этом участке, так называемые градостроительные регламенты. После этого начинается процесс, и заканчивается он построенным объектом недвижимости, который можно уже, право собственности на который можно уже регистрировать. При этом, если здесь у инвестора есть мешок денег, я поставлю непопулярный знак доллара, то здесь, соответственно, есть инвестор, но мешка денег у него уже нет. Он их потратил на вот этот градостроительный процесс. Так вот, существует сейчас уже фактически стандарт, который говорит о том, сколько вот эта процедур, и есть примерное понимание того, сколько это занимает дней. Вот это все приблизительно сейчас 130 процедур. А если точным быть, 134 процедуры. 134 процедуры. Почему я сказал приблизительно 130? Потому что их количество все время уменьшает Министерство строительства. Оно работает над тем, чтобы количество процедур уменьшилось. Это для жилищного строительства. Но и для других видов строительства ситуация схожая. Примерно одну треть, ну, то есть около 50 процедур, занимает процесс от выдачи государственных вот этих регламентов до получения разрешения на строительство. Вот это разрешение на строительство. И примерно 100 процедур, приблизительно, это от разрешения на строительство до акта ввода объекта в эксплуатацию. Вот этот процесс, это процесс проектно-изыскательский, а вот этот процесс, это процесс собственно строительства. У нас история называется «Повышение эффективности получения решения на строительство». Это не совсем корректно, потому что на самом деле мы оптимизируем весь градостроительный процесс. В этом смысле правильно было бы называть «Повышение эффективности получения решения на ввод объекта в эксплуатацию». Но так уж исторически повелось. Мало того, во многих рейтингах мы действительно рассматриваем только вот эту часть, то есть только одну треть процесса. Предполагая, что весь процесс, он примерно так же, как и вот эта одна треть, расположен. Теперь посмотрим на ситуацию в регионах. Если представить эту ситуацию также графически, ситуация в регионах сейчас очень неоднородна. Вот она может быть какой-то вот такой. И это действительно вот что-то похожее, вот масштаб от минимального региона, у которого меньше всего занимает дней на получение разрешения на строительство, это Т – время, а это Н – регионы. До региона, у которого максимальное время получения разрешения на строительство, вот эта разница совершенно спокойно может быть в 3 раза и более. Почему такая ситуация сложилась? Потому что, несмотря на то, что у нас есть единый градостроительный кодекс, огромное количество существует практик региональных. На самом деле они даже не региональные, а муниципальные.
Потому что во многих случаях разрешение на строительство выдается муниципалитетами, а не регионами. То есть всего вот это N, это несколько десятков тысяч субъектов. И все они делают это чуть-чуть по-разному, нет единообразия. Таким образом, для того, чтобы повысить эффективность получения разрешения на строительство, тот, у кого вот столько, должен посмотреть на то, как делает регион, муниципалитет или иной субъект градостроительной деятельности, у которого минимальное количество, и сделать примерно так же. А сделать это в точности трудно, потому что кроме субъективных вещей есть и объективные. У нас огромная страна, часть этой страны находится на крайнем севере, часть на юге, в одной части страны одна ситуация градостроительная, в другой другая. Где-то больше градостроительная деятельность, где-то меньше. Больше инвесторов, меньше инвесторов. Разнообразная ситуация. Но взять вот отсюда некие элементы, вот этот регион просто обязан. Вот на это и нацелен национальный рейтинг и сбор и обучение регионов лучшим практикам в области повышения эффективности получения решения на строительство. Существует несколько регионов-лидеров. Они находятся в блоке А национального рейтинга. И обычно мы приводим в качестве примера Калугу и Татарстан. И это две разных модели. Модели достижения минимума, совершенно разных. Калуга — это модель в некотором смысле ручного управления. Там упор на людей. Там, например, играет огромное значение такой ключевой элемент лучшей практики, как приоритизация. То есть выбираются те проекты, которые наиболее интересны региону, и с ними работают быстрее, а с остальными проектами работают в нормативные сроки. А Татарстан, в чем-то в отличие от Калуги, он создает некую систему мощную. Он создал достаточно мощные IT-системы, открытый Татарстан, электронный Татарстан, сопутствующие системы, которые позволяют ему контролировать всем градостроительным процессом, в том числе, и управлять им. И это называется ключевой элемент лучшей практики – возможности работы в электронном виде. Нет чистоты в этих моделях. Конечно, и Татарстан использует ручное управление и приоритизацию, и в Калуге есть неплохие сайты, естественно. Например, в самом городе Калуге сейчас делается совершенно уникальная система, которая позволяет выдавать ГПЗУ, то есть документ, который вот начинает этот градостроительный процесс, в автоматическом режиме. А в Москве выдача ГПЗУ — это совершенно точный элемент ручного управления, который занимает достаточно много времени, ну, приблизительно 30 дней это занимает. Вот разница между регионами и вот те технологии, которые они включают для того, чтобы сделать возможность пройти этот путь инвестору быстрее и эффективнее.